Билл и Тедс. Возвращение легендарных раздолбаев-придурков рокера. Год 2020. Вперед в будущее. Режиссер Дин Париза, другой совсем режиссер, который снял совсем другую работу. Но с привкусом прошлых серий. Какие были раздолбайские приключения Билла и Теда. Первая, вторая, 90-е, 80-е. Ах! И у меня один вопрос. Зачем? Не, ну правда, зачем было выпускать третью часть? А я расскажу о ней, ну, чуть попозже. Киану Ривз, побритый. И не узнаю тебя, ну правда, Алекс Уитер, Кристен Шал, Самана Уинг, Бритслан Пейн, Уильям Сэндлер, ну, само собой. Бегом в кинотеатры! Ну, если кто помнит, или кто первый раз посмотрит, обязательно пересмотрите первую и вторую часть, чтобы вообще понять, кто это такие, что это за кадры, что это за клоуны, и вообще, о чем тут вся суть. Премьера в России 27 августа, Paradise, и в мире то же самое 27 августа. Посмотрим, пока цифр нету, будем следить. Музыканты раздолбаи Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасет вселенную от гибели. Я, честно говоря, не люблю рок-н-ролл, не мое. И вот глобальная катастрофа уже на носу, и на спасение мира у парней остается чуть больше часа. И тогда они решают отправиться в будущее, чтобы стырить песню у самих себя. Вместе с папашами в путешествие отправляется уже взрослая дочери Билла и Теда. О, эти дочурки, это отдельный разговор. Как они бесили, вот я не знаю, вот. Доля феминизма присутствует в этом фильме. Хотя он глупый винегрет и не несет себе никакого посыла. Так, чисто на попкорн и кока-колу. Смогут ли папины дочки выдержать напор отцовского креатива? Так вот, рассказываю. Зачем же нужно было выпускать все-таки третью часть, да? Ведь, казалось бы, есть первая, вторая часть. Посмотрели, поорали. Было другое время совсем. Были другие нравы, мысли в голове. На то время это был кайф, да. Сама франшиза не блистала. Если бы ее и не было бы, и... Но ее же нужно было придумать. Билла и Теда. Сама франшиза раздолбайская такая. Но... Предложили сценарий. Киану Ривзу и Алексу Уинтеру. Давайте сделаем продолжение Билл и Теда. Давайте воскресим. Но я не согласились. Ради чего? Ну, конечно же. Бабло победит этот мир. Даже зло победит бабло. Две девчушки здесь неспроста, ребятки. Это же все намек. Феминизм, фемки. И они заменяют эти придурочные девчонки, на которых было отвратно смотреть, если честно. Они, возможно, в будущем могут заменить Билла и Теда. Ну, а почему бы и нет? Поэтому опять мы... Чему? Мы идем к феминизму. Это печально. Ну вот, поэтому пересматривайте Билла и Теда и знакомьтесь с новой работой. На вкус и цвет, повторяю. Оценка сию творению 5 баллов из 10. Лайки, дизлайки, подписки, монетки на развитие, конечно же. Ну, блин, как же несуразно смотрятся они, уже взрослые. А, понятное дело, что фильм сделан с расчетом на то, чтобы познакомить новую аудиторию, да? Что вот есть такие раздолбаи,
Нужно же посмотреть старые версии, чтобы понять. Поэтому... Welcome back.